Ураган Ирма затопил центр Майами. Улицы финансового района превратились в реки. Вода здесь поднялась на 60 сантиметров. В городе Форт Лодердейл упал строительный кран. Всего во Флориде без света остались более 3 миллионов домов. И это при том, что мощность шторма снизилась до второй категории. Скорость ветра в эпицентре сейчас 175 километров в час. Однако синоптики предупреждают о высокой вероятности наводнений. Высота штормовых волн превышает 4 метра. Ирма, по оценкам экспертов, стала самым мощным ураганом из Атлантического океана за всю историю метеонаблюдений. Ранее стихия уничтожила несколько островов в странах Карибского бассейна. Там погибли не менее 27 человек.